Одну секунду сейчас. Розенфельс. 2-2-2. Среди бывших свечей и вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие бить, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали, на матери в срок, мы же книги глотали, синея от строк. И плевалась нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались спасти мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, без катаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих от прежних войн и смут, сколько пищи для маленьких наших мозгов, мы на роли предателей трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодеи следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя совсем убежать, краток веку забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем разберись, кто ты трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И как горен рухнет израненный друг, и по первой потере ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг, потому что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал, это смерти оскал, ложь и зло, посмотри, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книжки ты в детстве читал. Значит, нужные книжки ты в детстве читал. Спасибо. И напоследок я хочу вам спеть песню, которая называется «Сыновья уходят в бой». Не только наши, не только мои, у меня их шестеро, но и все сыновья, которые в нашей стране живут, они постоянно уходят в бой. Поймите, 9 мая – это непростой праздник. И поэтому эта песня что-то значит. Сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец, подумать успев напоследок, на этот раз мне не вернуться, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой, а сыновья уходят в бой. Кто
сменит меня? Кто в атаку пойдет? Кто выйдет к советному мосту? И мне захотелось, пусть будет вон тот, одетый во все, не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет со мной. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биение сердец. Мое же негромко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнутся, я крепко обнимусь с землей. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой. Андрей Барбашов.